заранее сказала. Я тебе три раза сказала, но три. А причина, я же... А какая тебе разница? Все хорошо, вообще хорошо. А что, у тебя повисает рука, она никуда не идет. Да, возможно, да, для тебя надо бегать. Потому что, когда уже кислорода в мозге нету, уже думаешь о том, как бы сейчас тут не упасть. Да, а не о собачке. Я тебя прекрасно понимаю, пока бегать начала, я так и было, точно так.